Запах, говорю, прям стоит вообще. На весь огород. Деду Вите на кладбище ездил. Обалденный. А понюхай, как пахнет. А мне нельзя нюхать. Чего это тебе нельзя? Почему это нельзя? Сейчас я нюхну. Пока дед не скосил. Да он их не скосит, что ж он не видит. Ну как? Я не поняла ничего. Да они так пахнут, чего их нюхать. Вкусные. Да. О, у меня волосы коричневые. Да. А так? Так нет. Детка, давай. Там эти полицейские, блин, здесь проще, он спустился. Девочка, мальчика можно только вырвануть. Только мальчика. Ты же ездила, ты тоже девочка. Я мальчик. А что, косичками тогда? С хвостиками мальчика. Отходи, пап, закрой. Не кидай ей ручку, пожалуйста. Она ручку просит. Не, руку дай ей, брат. Пойди, папа, за ручку возьми. А что ты не даешь мне ручку? А у него яблоки. Вода смыла. Дожди, видимо, шли, да? Да, он смыло всю дорогу. Смыло могилу. Это мы были у дедушки. Вчера он прям тут под, как это? Под колоколами, да? Что под колоколами? Дедушкина могилка прям рядышком. Да! Пойдемте. Пойдемте. Размыло, видите, как дорогу. Не меня, так я посинила. Не, размыл, не было таких дыр. Не могу. Пойдемте. Ну там в самом низу давай такая руку, дырка. Давай. Большая очень. Слякоть. Идите залита, вперед, прям с слякотью залита. О, я так не могу. Не, не сможем пройти. Закрыто? А, нет, открыто одна. Ну мы туда не пойдем на территорию. Я без платочка, без губки. О, зато я могу садить. Фух, сюда запыхалась. С горки. Запыхала с горки. Подниматься в горку. Я тоже запыхала. Я бы сейчас воды попью. А где здесь вода? Здесь вода, но не льётка. Была. Только когда служба идет, тогда только льётся. А теперь льётся. Папа, на меня. А тут ничего нету, пусто. А? Никому позвонить не надо. Нет. А здесь церковная лавка, да, Никит? Где? Вот это. Вот это вот? Да. Я туда не заходила, не знаю. Арина! Арин! А вот там, что снизу? Вот здесь вот? Да. Это как вот там сейчас, помнишь? А, там живут, наверное, да? Терраса.
Арина, туда нельзя, на чужую территорию. Это терраса. Пошлите, а вот тут что снизу? Внизу? Да. Выход на ту дорогу. Сейчас как мы ехали. Арина, аккуратней. Арина, куда? Везде кладбище вокруг. Тише, не упадите. Какая-то дверца. Я даже не шелохнулся ей помочь. Ну ты и брат. Так я не видел, что она падает. Да, конечно, не видел. Арина, аккуратней. А кто ты? Дядя вообще. Ну, дядя. Ну все, что мы туда пойдем вниз, пошли. О, тут туалет даже есть мужской. Да, вообще-то не знаю. Это монастырь, Никита. Вот этот, наверное, дом, там живут, наверное, монашки. Туалет, конечно, грязен. Не понимаю тебя. Так, все, пошлите. Ешь суши? Ем. Пойдемте. А вот площадка детская. Да, да, это терраса. Аккуратней, а то опять сейчас упадете. Ой, с этой стороны лестница пострашнее смотрится. Арин, аккуратно, сейчас опять навернешься. Давай. Поднимайся. О, господи, скалолаз. Ангорка. Ангорка. Пошлите, куда вы? Назад. Арина, не бегать. Арина! Что с этой водой прицепился? А что за телефон? Он, наверное, по карточкам, да? Да кто-то монет запихнул. Мам, помоги меня. Помоги. Дарек. И бери. И берем, звоним. Алло. Никто не берет уже. Все, пошлите. Набирали нам. Пойдемте уже, там есть пришла бабушка. Лёшка. Я сейчас какого? Это вот дедушка Арина и Никитин прадедушка здесь, вот который недавно от рака умер, я вам рассказывала. Здесь его похоронили. Дом какой красивый. Ну все, идите, говорите сюда, пока. Пока-пока. Подписывайтесь. Канал. И всем пока. Пока-пока. Ну, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Привет, меня зовут Ира. У меня большая семья. Муж Леша, дочь Арина и кошка Муся. В основном в моих ежедневных влогах участвуем только мы, но иногда также можно увидеть наших родственников и друзей. В моих видео я снимаю нашу жизнь, покупки, развлечения и многое другое. Почти реалити-шоу. Жду вас на своем канале.